Вот так торжественно открылась улан-удэнская ярмарка. Она, как и предыдущая, стала не совсем обычной. Здесь можно было узнать, как сделать первый шаг на пути к своему бизнесу или поддержать уже начатое дело. Рассказали об этом специалисты Сбербанка России. Мы проводим и выступили инициаторами совместно с Министерством промышленности о проведении консультационного дня в рамках ярмарки. Мы проводим такой консультационный день уже второй год. В прошлом году мы проводили. И нам стало понятно о том, что он очень востребован. Поскольку сегодня малое предпринимательство все больше и больше набирает свое развитие. И предприниматель сталкивается с тем, что вольно или невольно ему приходится обращаться в какие-то органы. Сотрудники налоговой службы, многофункционального центра, таможни и другие организации, с которыми так или иначе приходится сталкиваться начинающим бизнесменам. В этом году по приглашению Сбербанка в консультационном дне участвуют 11 партнеров. Это очень удобно, говорят предприниматели. Из первых рук и существенно сэкономив время, можно узнать и о правилах делового мира, и о новых услугах и продуктах банка. У Сбербанка сейчас новые продукты вышли, поддержку предпринимателей, которые тоже для нас интересны, мы могли бы некоторые воспользоваться, и поэтому будем просчитывать, смотреть, что-то полезно будет использовать для своей работы. Одним из принципиально новых продуктов для бизнеса стала программа Сбербанка «Бизнес-старт». С ее помощью собственное дело можно открыть с нуля. Оксана Тантоева, Виктор Немаев, новости дня.